комнаты. На пол. Женщина нужна. Женщина. Вернулся. Женщина. Я здесь еще. Все хорошо. Видим, что есть. Оружие, наркотики, запрещенные предметы. Доброе утро. Доброе утро. С полиции. С полиции к вам. Не надо пугаться. В гости пришли к вам. А можно здесь свет включить? Как он включается? Все. Все, мы не кричим. Так, сейчас другие как подойдут, да. А, ну все. Ничего, самое главное. Телефоны, ноутбуки сюда надевать сразу. За что задержаны сотрудниками полиции? Фиктивная постановка на миграционный учет, так скажем. Ранее не привлекались сотрудниками по данной теме? Нет. Под судом последствиями не находились? Нет, ну, в данный момент как бы это, ну, оно идет. Я уже не знаю, сколько снова, ну, с зимы это идет, все как бы. За что задержаны сотрудниками полиции? За постановку иностранных граждан, незаконную. Давно этим занимаетесь? Не знаю, ну, года три хостела тут работал. Ранее привлекались? Нет. По аналогичной ситуации не привлекались? Нет. Первый раз? В принципе, да. В принципе? Ну, вообще, в принципе, первый раз привлекаюсь. За что задержаны сотрудниками полиции? За то, что классифицировал хостел в... Волхове. Так, что делали в этом хостеле? Проводил экспертную оценку, классифицировал. Под судом последствия не находились? Нет. Чем занимались в этом хостеле, знали? Нет. За что задержаны сотрудниками полиции? Не знаю, за миграционную постановку учет как-то. Ну, то есть граждан ставили на учет? Да. Именно миграционный. Давно этим занимаетесь? Не знаю. В смысле не знаете? Сколько по времени занимаетесь? Как хостелы работают. Ну, сколько по времени? Ну, этот Волосовский год. Год? Да. Иван Иванович, да. Такой, с вами мы поговорим, давайте снимать.